Всем привет, друзья! С вами канал Китай стал ближе, и сегодня распаковка 4 вот таких вот небольших посылок. Небольших. Ладно, еще 3 из них я не знаю, что это, поскольку это пришло на имя жены. Давайте смотрим, начнем с того, что я знаю. Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Оставляем вот эту посылочку. Посылка пришла дранненькая. Эта посылка шла 70 с чем-то дней. Эта посылка еще из старого Акуанта с Алиэкспресс, который меня заблокировали. Она шла очень долго. Делали досыл, то есть ее услали не туда, услали на другой индекс 143-143. Я уже вернул, конечно, давно за нее деньги. Давно уже и Акуант это заблокировали, и другой уже Акуант. И дослали ее наконец-то ко мне. Но это рекорд. Столько посылки у меня еще не шли. Было 60 с чем-то дней татуировки шли. Но вот эта вот штука шла долго. Давайте откроем и посмотрим. Это такое вот приспособление такое для лимонада, для разлива лимонада. Вот. Вот куда покатилась. Вот она. Вот такая вот штуковина. Здесь на коробочке нарисовано, то есть вставляешь, вворачиваешь бутылку и нажимаешь, он дозирует. То есть такой вот барчик. Давайте откроем и посмотрим, что там в коробочке в самой. Пенопласт. И вот такая вот штука. Даже какая-то есть иголочка, не знаю для чего. И вот такой вот дозатор. Ну что ж, пойду я поищу лимонад, есть какой или нету, и мы с вами попробуем. Итак, нашел я лимонад, этикетку содрал, чтобы не сказали, что я что-то рекламирую. Выворачиваем. Завернем поплотнее, чтобы ничего не пролилось. Надеюсь, ничего не прольется. О! Наливается, только надо нажимать на бутылку. Или надо, чтобы было сильнее газировано. В общем, вот такая штучка. А, я понял, иголка, наверное, для того, чтобы проткнуть сверху бутылку, и тогда она будет нормально наливаться. Ну, факт остается фактом, эта штука работает. Значит, мы ее отставляем в сторону, она рабочая. И приступаем к дальнейшим распаковкам. Что у нас идет дальше? Идет вот такая вот посылочка. Здесь, по-моему, на ощупь был чехол. Чехол я заказывал один, и это был 2 недели назад. Давайте тогда откроем и посмотрим, что же тут такое. Да, это действительно чехол. Чехол я заказывал на телефончик, которая была недавно распаковка. Этот чехольчик на телефончик Юханс А101. Вот здесь вот оставлю ссылочку на видео на распаковку этого телефона. А вот пришел и чехол к нему. Чехол на ощупь приятный, мягенький. Внутри силикон. Вот здесь есть такая штучка. Это открывать и закрывать камеру, насколько я понял. Ну, не знаю, пригодится, не пригодится, но раз она есть, значит она есть. И вот так вот закрывается все это дело. Вот такой вот белый приятный чехольчик. Такой вот чехольчик. Убираем в сторону и едем дальше. Дальше вот такая вот посылка. Не знаю, что это за посылка, что-то мягкое внутри. Давайте посмотрим, что там мягкое. Это, скорее всего, какие-нибудь, точно. Это колготки на ребенка. Это опять заказывала жена, колготки на ребенка. В колготках я ничего не понимаю. Расскажет, потом я расскажу вам. Напишу в описании, как, чего и с чем его едят. Вот такие вот колготочки, но
тянутся на ощупь. Нормальные. Передаем правообладателю, и потом она нам расскажет, что же это за колготки. Меня интересует больше вот эта посылка. Вот такая вот посылочка. Тоже неизвестная. Чинопост. Что там, не знаю. Давайте ее откроем. Давайте ее откроем и посмотрим, что там есть внутри. Пусто. А это трафареты на ногти. Да, они и есть. Это трафареты на ногти для нанесения лаком. Приходили такие тампончики. И вот под них трафаретики. Вот такие трафаретики. Ссылочку на распаковку этих тампончиков я тоже оставлю вот здесь вот. Можно будет перейти, посмотреть, ознакомиться. Вот такие классные трафареты. Ну все, вот такая вот была сегодня распаковочка. Товары пришли интересные. Кому что понравилось, может зайти в описание к видео и выбрать, посмотреть цену, ознакомиться с товаром и при желании приобрести. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пишите в описании, что понравилось, что не понравилось. А на сегодня все. Всем пока, до новых встреч.